Здравствуйте, с вами в студии Торгово-промышленной палаты России Наталья Гвоздарева. 26 февраля 2018 года в ТПП РФ состоится российский-сирийский деловой форум. И в преддверии этого мероприятия сегодня мы беседуем с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Владимиром Падалко. Добрый день. Владимир Иванович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие участники ожидаются и какие ожидания у российских деловых кругов от форума? Российско-сирийский деловой форум, инициатива принадлежит деловому совету российско-сирийскому, и инициатива эта была озвучена осенью прошлого года на очередном заседании наших двух межправительственных комиссий. И, соответственно, вот спустя некоторое время мы вместе с нашими коллегами в Сирии подготовили первое такое мероприятие, которая направлена на то, чтобы руководители экспортоориентированных компаний Сирии и России смогли на какой-то из площадок поговорить о возможной перспективе сотрудничества, о тех проектах, которые, возможно, можно реализовать. Ну и, соответственно, более бы ближе познакомились друг с другом. Вот именно ради этих целей мы в Торгово-промышленной палате 26 числа и проводим российско-сирийский деловой форум. В настоящий момент интерес к этому мероприятию и с сирийской стороны, и с российской очень высок. Заявки от сирийских компаний мы получили от 115 компаний. При этом 105 из них имеют очень серьезные намерения заключить договора с российскими партнерами. С нашей стороны мы сейчас зарегистрировали более 230 российских предпринимателей. Заявки продолжают поступать, и в целом мы полагаем, что в общей сложности мы охватим аудиторию порядка 400 и более представителей бизнеса. Конечно, в данной ситуации нам не просто было свести интересы друг с другом, но мы это сделали и предусмотрели таким образом, что откроется наше мероприятие небольшим пленарным заседанием, где примут участие и наш вице-премьер Рогозин, который отвечает за развитие сотрудничества Сирии от руководство страны, примут участие два заместителя министра, Груздев от Министерства экономического развития и Колыманов от Минпромторга. Мы также позаботились о том, чтобы была достойно представлена и сирийская часть, в частности, будут представители крупного бизнеса, которые также получат возможность представить нынешнюю ситуацию в Сирии перед нашей большой аудиторией. Далее мы разведем всю предпринимательскую аудиторию по круглым столам. Четыре тематики, три из них главенствующие. Сельское хозяйство, продукты питания и торговля. Это одна из секций будет. Энергетика, вопросы, связанные с восстановлением различных объектов на территории Сирии по заявкам, естественно, сирийских компаний. Это будет вторая панель. Третья панель будет касаться вопросов строительства и транспорта. И по просьбе Сирии мы еще проводим небольшую такую небольшой круглый стол на перспективу по тематике взаимных обменов и взаимного делового туризма. Мы ожидаем, что мы выйдем на подписание ряда договоров и соглашений по тем темам, которые я сейчас заявил. Где-то ожидается, что сейчас в стыковке контрактов на общую сумму порядка 50 миллионов долларов. Спасибо вам, Владимир Иванович, за ответ. Удачи вам в проведении форума. До свидания. Всего Спасибо. Вам доброго. До встречи на форуме.